Автор – Маржан Мергенбаева. Категория «Занятость населения». Автору блога – министру труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Дюсеновой. Добрый день. У нас произошла смена руководства. Новый директор требует перезаключить трудовые договоры со всеми сотрудниками в связи с изменением штатного расписания и организационной структуры. Но трудовой договор составляется только при приеме сотрудника на работу. Что мне теперь делать? Расторгать трудовые договоры, заключенные ранее. Уважаемая Маржан, при смене собственника, реорганизации юридического лица трудовые отношения с работниками должны продолжаться без изменений. В пункте 3 статьи 10 Трудового кодекса оговаривается, что условия соглашений коллективных трудовых договоров не могут быть изменены в одностороннем порядке. Исходя из этого, изменение условий трудового договора может осуществляться только с обоюдного согласия сторон. Порядок заключения изменения и дополнения трудового договора установлен статьей 33 Кодекса. Так, пунктом 1 указанной статьи оговаривается, что трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в 2 экземплярах и подписывается сторонами. Трудовой договор заключается на определенный и неопределенный срок. Определенный срок – это не менее 1 года. Также стоит отметить, что следующим лицам не допускается заключение трудового договора. Это, во-первых, по медицинскому противопоказанию, по состоянию здоровья. То есть следующая категория – это не достигнувшие 18-летнего возраста, которых можно привлечь к тяжелым работам, а также к вредным. Третья категория – это иностранные граждане, которые не получили разрешение на трудовую деятельность в Республике Казахстан. А также четвертая категория – это по решению суда, которое вступило в законную силу, лица, которые лишены права занимать определенную должность, либо же заниматься определенной деятельностью.